Передовой Константин Валерьевич, заместитель начальника аварийно-спасательной части, подполковник службы гражданской защиты. Константин Валерьевич, расскажите, пожалуйста, какие, собственно, правила есть, основные поведения на воде, скажем, тем более купание, окунание в холодной воде, в зимней? Самое главное правило – не принимать спиртных напитков, не бросаться в воду именно под их влиянием, потому что могут быть сосудистые спазмы, и потом уже человек может сразу к камням пойти. Вообще, скажем так, лучше всего купаться в оборудованных местах, такое как здесь, там, где есть мостик, там, где есть спасатели, там, где есть плавсредства для того, чтобы можно было человека в случае чего вытащить, спасти, вот, оказать первую помощь. Ну и, собственно говоря, нежелательно делать это в одиночку, потому что может судорога схватить, и потом некому будет помочь. В принципе, это все. Все остальные правила такие же, как летом. То есть не нырять в незнакомых местах, там, вниз головой и так далее. Спасатели сегодня задействованы во всех массовых местах? Да, так точно. Сегодня спасатели у нас дежурят и на Намыре, и дежурят в центральном районе, на бульваре Адмирала Макарова, ну и здесь. То есть там, где будут проходить молебны, где будут проходить гражданские мероприятия. Сколько лично вы лет подряд задействованы вот при охране вот таких мероприятий? И приходилось ли оказывать помощь? То есть случалось ли что? Ну, при таких мероприятиях, слава богу, все было нормально организовано. То есть, если там кто-то где-то не смог выбраться самостоятельно, им тут же помогали. Но, в принципе, ничего такого не происходило. С 2007 года вообще нас привлекают уже регулярно к этим мероприятиям. Ну, в принципе, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому ничего такого экстраординарного не происходит. Сами спасатели окунаются? Конечно, обязательно. С удовольствием. И нет, с 2008 года, скажем так. Это уже регулярно, традиция по частям. В нашей части, в всяком случае, это традиция. Ощущения? Так, вы классно. Первый раз? Нет, каждый год. Да, вот как вода, как вам? Вода? Все. Так вроде не холодно, да? Текст не греется, да? Не, вода не холодно. Как вам? Мокро. Мокро. А вы первый раз да. участвуете? Нет. Нет. А вы уже какой год? Третий. Я со стажем. В этот день, сегодня день рождения у Михаила Анатольевича Рыхарского, моего коллеги по той работе, которая была раньше. И вот он нас затянул в это дело, и с 2006 года, не прекращая, каждый год я ныряю. Что ощущаете? Удовольствие и очищение.